Всем здравствуйте! Приветствую вас в Подмосковье, в городе Орехово-Зуево, который является столицей футбола, по крайней мере, в этом регионе. Прямо сейчас на поле выходит. Ключевой вопрос, конечно, кроется в том, как команды справятся вот с такими погодными условиями. Балашихинские футболисты, их состав следующий. Голкипер Артем Водяный, номер 67, его мы поздравляем с дебютом на уровне второй лиги. Шалеев. Тут же подача, кстати, очень неплохая, с корректировкой по ветру. Скачет мяч и всех успокаивает Скрипник. Надвигался он как-то очень отрывисто и с мячом очень быстро разлучился. Вот это хорошо, это очень опасно. Есть момент, есть удар, есть первый сейв в матче. Может быть, это не так существенно, тем не менее. Один был момент именно у хозяев, а вот и момент у гостей. Придус в дальний угол! Верховую борьбу. Мазуров в ней хорош. Дальше проникающая передача. Шульгин. Удар низом. Второй момент. А сегодня с этим проблемы. Поляков. Длинная вперед в разрез. Здорово. Момент. Удар. 1-0. Вот одного удара в створ более чем хватает. В касание. Мимо защитника, из-за спины которого убегает Предаус. Урна. Налево хорошо. Юрьев, кажется, прострел, Предаус, касание лишнее, пас чуть назад, подкат, падение, еще удар, рикошет и выше ворот мяч летит. Ченко и Никитинского соответственно. Василий Рожнов, главный тренер команды хозяйской, прострел и чуть-чуть до мяча не успевает Предаус. Продолжает главной команде футболистов молодых поставлять. Прострел, опасно, удар в дальний угол. Ждем движение впереди. В пас еще более чем способны поиграть. Приближаясь к штрафной площади, балашихинцы, хорошая передача. Вы прекрасны. Вот как раз после атаки Сатурна представим тех, кто на поле появился. Волков классно поборолся, мяч штрафной, Моргунов налево, красиво, удар в дальний, это перекладина. Скрипник команду выручал. Надавить требуется основательно. Ну а Сатурн хорош в контратаках, Самелин прострел, удар, где мяч? У Балашихи сопряжена будет с риском. Хороший пас. Долголев! Это был момент на гол. Давайте еще отметим. Ну-ка. Да. Удар очень уверенно реализует 11-метровый Александр Юрьев. Пробил в левую от себя сторону. Не аккурат, прям в угол, но гадал Водяный и в другой угол прыгал. Центр, все это через стеночку, красиво, Закиров, удар, рикошет, мяч мечется в штрафной площади, Моргунов еще удар. Уверенности в себе, Царев в центр, пас пяткой назад. Но это если бы матч проходил в хороших погодных условиях, какой комбинации, в дальний угол удар, штанга. 2 октября, и то появился тот на поле минут всего на 10. Атака Балашихи, удар с дистанции. Суммарно у Сатурна этих очков теперь 31. Собственно, вот фиксируем мы завершение матча и победу Сатурна со счетом 2-0. Илья Предаус и Александр Юрьев с пенальти отличились. 31 очко у Сатурна. Всем вам большое спасибо за внимание. Для вас этот матч комментировал Сергей Курманов. Желаю всем удачи, сил, терпения и здоровья.